Ради безопасности людей процедуры по подготовке пляжей в городе и районе начались задолго до наступления жары. Дно Пина от мусора очистили сотрудники Пинской спасательной станции. Теперь пляжи соответствуют требованиям безопасности. Кроме этого, специалистами Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии была проведена проверка воды. Наша служба по традиции, это на системной основе, до начала купального сезона осуществляется контроль лабораторной качества воды и тех зон отдыха, которые определены решением исполкома как зоны для купания на открытых водоемах. Дополнительно мы исследуем качество почвы на пляжах, проводим исследования на наличие клещей. В общем-то, и по итогам результатов, которые мы получаем, собственно, мы тогда даем информацию и подписываем акты готовности паспортов этих зон отдыха к началу купального сезона. В городе определены две зоны отдыха, в районе 13. Их состояние контролируется различными службами, оттого купание здесь безопасно. До начала купального сезона мы дважды исследовали воду на показатели микробиологические, ну и санитарно-химические, и по результатам исследований, проведенных, качество воды соответствует требованиям нормативных документов, в принципе, безопасно для купания. Комфорт на отдыхе, забота и самих пинчан. Соблюдать порядок и элементарные правила безопасного поведения под силу каждому.